Ну вот, собрали закрылочки, тяги поставили, на болтики поставили, защита, винт. Ручку установили. Это ручка съемная у нас. Съемная ручка. Передняя часть съемная. С фиксацией. Так, на болт приваренный болтик. И прикрепляется наша вся коммутация электричества сюда, зажигание. Шарнир, ручка, тросики, тросик газа на газельку. И эта же рукоятка у нас с газом и управляем. Управляем тросики длинноватые, но они будут прогибаться в лодку. И вот у нас управление тросиками. Вот такое управление тросиками. Углы вроде достаточные. Вот такая системка. Ручка снимается, газелька на шпильке. Зажимы оплеток я сделал. Квадратная труба 10 на 10. Пропил для тросика, чтобы вставлять. И саморезом пятерочки зажимают. И на этой стороне точно таким же макаром. Снаружи, чтобы удобно тросики забрасывать было. Вот так вот. Вот по такому принципу. Проверяем. Впервые запускаем винт. Проверка системы. Так. Зажиганьку. Первый запуск с винтом. Газелька приготовлена. Тырым-тырым. Чин-чин-чин. Опа-на. Ого! И 4 секунды 5 до остановки винта. Инерция. Вперед! Вперед, вали отсюда! Здесь нельзя сейчас винт. Запуск. Видно ж? Да. Вот так, чтобы все видно. Так, старт. Так, иди отсюда.
Видишь, по инерции еще сколько идет. Ага. 5 секунд по инерции.